Бензин представляет собой горючую смесь углеводородов. Получают его переработкой нефти и торфа, газового конденсата и природного газа, горючих сланцев, угля и других продуктов. Но основным сырьем является нефть. Получение бензина включает три этапа. Это разделение сырья на фракционные элементы, переработка фракций и получение товарной продукции. Дополнительной очистке подвергаются все фракции. При переработке нефти, кроме бензина, получают виды моторных дизельных топлив, керосин, мазут, смазочные масла и многое другое. Технология производства бензина основывается на прямой перегонке. В результате получается бензин без использования добавок. Этот метод считается дорогостоящим, поскольку из тонны сырья получают полтонны бензина. Бензин прямой перегонки перерабатывается повторно, что требует времени и средств, но бензин получается самый безвредный для окружающей среды и двигателей. Следующий способ – добавление присадки в виде антидетонатора. Этот метод самый экономный и распространенный. Повышение октанового числа в этом случае в 9 раз дешевле. Недостатком является неэкологичность топлива. Бензин, в который добавляют этиловую жидкость, называется этилованным. Для производства бензина применяются установки, в которые входят система теплообменников, узел конденсации, ректификационная колонна для разделения нефти, блок холодильных агрегатов для конденсации паров, испаритель, насосы перекачки нефти, отпарочные колонны для стабилизации сырья. Цена на бензин сегодня складывается из налога на добычу ископаемых, прибыли розничных продавцов, переработки и транспортировки, себестоимости добычи нефти, налога на добавленную стоимость. Остальное делят топливные компании. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.